Сергей Михайлович Селин – это эпоха. Это эпоха в нашей онкологии, нашей хирургии. Очень жаль, что... Ну, вообще любая смерть безвременна, конечно. И вся его жизнь, на самом деле, была служением. То есть ровно одной специальности. Его любили пациенты, его уважали коллеги. То есть и уход этот, безусловно, безвременный. Это настоящий медицинский офицер. Он называл себя солдатом. Более 20 лет возглавлял отделение. Это было лучшее отделение в Сибирском федеральном округе, хирургическое, по лечению органов брюшной полости и грудной клетки. Это великий хирург, великий человек. Имя Сергея Михайловича было известно во всем Красноярском крае. Наверное, это прежде всего благодаря его душе, его отзывчивости, его любви. Он всегда мог прийти любому человеку на помощь и в выходные, и в праздники. Я обращалась к нему со своими заболеваниями, и он ни разу не отказывал. Также просила помощи, чтобы оказал моим знакомым, и также он никогда не отказывал. Сергей Михайлович принимал меня на работу. Я с ним работал 5 лет. За одним операционным столом. Это мой учитель, это выдающийся, талантливый хирург, который делал уникальные операции.